Не знаю, что это было, ребят, но у меня все вонючий опс, я чуть сейчас все не поломал здесь. Чё, у меня зависло все наглухо. Так, ну что, Влачик Рянг у нас сейчас будет. Видите, может, я какой-то опсус запускал другой. Ну, что-то здесь не то. Потому что, смотрите, ничего не сохранилось вообще. Чё за чушь-то, блин? Ну что, Рянг 1-0 ведет, ребят. Был Нидус от Блая, который не зашел вообще. Я дико извиняюсь, я вообще не понял, в чем прикол, если честно. Улучшение командного центра завершено. Ну, зависло все, конечно, наглухо вообще. Наши КСМ атакованы. Ну что, ребят, вторая карта. Неплохо Блай тут Рианга разводят. Как я посмотрю. 2-3 КСМ уже подрезал. Еще одного Риангу получилось спасти. А вот еще одного не спас. Уже 4 в этой карте подрезал Блай КСМ. Ну что ж, начало просто замечательное. Вот. В предыдущей карте единственное, что я увидел, что Блая просто занидусили наглухо. Вот. Придется теперь запись разбить.
Ну а что делать? Придется так придется. Здесь Гелиончика Блай выбил на халяву. Крипту Муры дальше ведет. И хата пошла, ребят. Извиняюсь, я что... Что там это... Извиняюсь, то, что... Что в старт пришлось сделать. У меня просто завис опции. Изображение встало. И он завис таким образом, что я не мог ни... Alt-Ctrl-Delete никак его закрыть не мог, ни через вообще, ни через что. Я нажал перезагрузиться, и у меня комп не перезагружался, только я через Power переключил, все норм стало вообще. Не понял, в чем прикол, если честно, там, но... Очень жестко все это было. Так, ну, Блая 35, рабочих на 26 сейчас было. Вижу Лэйр, вижу Роуч, Ворона и Эволюшн. А Трианг Гелик ездит, выходит, он баншу, вообще Блай все видит прекрасно. Можно Гидро Дэн запилить, например, я не знаю, с Гидрой пытаться что-то сделать. Так, Гелики заезжают, у Блай Линги просто убежали все куда-то, куда они, а, они. Контрзабегание здесь замечательно, контрзабегание, да нахер тебе это, да похота, дуря мэр. А, Блай дома законтролился, в итоге собаки вместо того, чтобы рабочих убивать, убежали на муви, просто ёма. Блай мог убить вообще почти всех рабочих там просто. Оппонент своему на второй базе, но вместо этого он просто грыз депоху, блин, сейчас. Потому что здесь гелики приехали, а гелики унизили рьянговские в ответочку. Рьянг не такой простой игрок, на самом деле. Он вчера в финале играл с тем же, кстати, игре импактом, который в финале сейчас находится. Все, 13 дронов на 7 размен. Это катастрофа для Блая. Ну, 40-33 здесь ЦЦХа, третья, с другой стороны, поздняя. Пока что Блай жив вроде. Может и так, не знаю, с чего там сбой был, но... Отсутствие обороны на третьей базе собак. Нет, 4 дрона, 5. Минус, пожалуйста. И эти гелики супер окупились, еще заехали. Вторая спорка тут у Блака, это делается. Может быть и сбой, я не знаю, что там сбой. Ну вообще оп странно работал, он при переключении сцен даже в 3 раза битрейт больше выдавал, чем должен. У меня 6к стоит. Арм 01 а поддержал ваш канал на 100 рублей с голосовым сообщением. Опа, Арам. Дорогие друзья, желаю вам счастья, здоровья, кавказского долголетия, чтобы все ваши самые сокровенные желания сбылись. Спасибо, Арамчик, норм вообще зашло, спасибо тебе на добром слове. Вот. Приходит Блай. Ну, 8 КСМ их вынес. Но тут третья ЦЦХ есть, как вы видите. А Блай уже инфестейшн делает на 40 дронах. Ну да, на 40-то дронов в хайв самое то выходить. Вот, спасибо, пацаны. Милку разбанил. Ну, тогда можно и этого мразопета разбавить. Малолетнего. Войска Роя атакованы. Неразим, я имею в виду. Он же неразим. Протос, глупый протос и еретик. Или кто там он был, эти неразимые? А, да, это какие-то эти сектанты. По рабочим Блай в плюсе будет сейчас. Здесь уже со Стимом начинается харас. Грейды у Блая с одного эволюшна всего делаются. Это совсем не очень. Инфестейшн есть. Хайва нет, инфестер зато будет сейчас. Микоз молоко уходит. Или я без микоза здесь был? Каст.
До дна. Пей до дна, пей до дна. Да, спасибо, Арамчик, тебе большое еще раз. Блин, нормальная тема, интерактивщик, на самом деле, норм вот это сообщение. То есть можно даже что-то записывать и кому-то привет передавать, да, как бы. Вот, или чьим-то родственникам. Ладно, шучу, так лучше не делать. А в ответку тебе будет... Можно даже батл рэпчик устраивать какой-нибудь. Так, ну что, харасит Ренглая со всех сторон. На четвертый харасит. Роучи идут разбирать. Здесь только Мариков, что, по-моему, здесь Роучи было не совсем достаточно сразу. Ну, смотрите, Блайз такой задницей вывел в нормальную ситуацию эту игру. Но почему нельзя вначале сыграть так, чтобы тебе просто не нажгли все в кал, блин? Вот уже Evolution, ой, Ультралис Кеверн пошел. То есть ультралы будут у Блая, это хорошо. Вторая броня. Адреналин не заказан. Ни хрена ключевых грейдов не заказано. Это плохо. Зато пятая хатка заказана и 70 дронов. У Блая можно побольше построить. Здесь тоже 70 КСМ, кстати. Уже. Инфестер сныкан. Он Вижн дает, во-первых. Во-вторых, при необходимости он... выход, если будет от тиранку мощный какой-нибудь, он сможет мехос кинуть хороший. Не знаю, почему реset не работал, может просто там супер долго как-то комп перезагружался, просто экран погас, а возможно там как-то закрывалось еще опс там, я не знаю, ну как бы я чтоб время не тянуть, просто пере это... Пауэром просто все сделал, чтобы нахрен этого не было. Потому что игры-то идут, стрим-то надо было возобновлять. Мы и так половину людей потеряли просто. Никуда было 400 человек. Осталось там 250. А ведь еще Блай бьется. И еще он далеко не проиграл. Ну тут от Рианга. О, Рианг любит вот этот билд с масс-танками. У него 10 танков будет уже. Танчики бы разгрейданы. А так, я не понимаю, почему вот тираны, играющие такие билды, делают броню с этих техник. Делает-то атаку. Танки с плюс 2 на атаку. Это вообще жесть будет. Так, спасает Влад чудом здесь, кстати говоря. Грейд на уникальную броню ультре. 3-3 и 3-2 грейды вообще никакие не делают вот такие. На юнитов просто грейдики имеется в виду. Ультралы и Микос приходят сюда. Ультралиски врываются. Танки в сич. Блайз ловил танки. Можно было ловить. Что ты делаешь? Ёма. По-моему, можно было ловить. Без зеленки, конечно, тяжело. Но Блайз решил плюс 3 ультрала пожать. Ну, лишится 4-й хаты Блайз, понимаете, его. За это и лишится дронов. Уже 14 лишился. Ультралиски выходит. Смысл? Вот, а смысл здесь поверху бегать? Тебя убивают. Все. Ультралов? Нормальное количество. Можно и нужно биться. Можно протрансфюзить ультрала. Я не вижу смысла никакого бегать сверху. Абсолютно никакого смысла бегать сверху. Я не вижу. Танки засижились и уходят в другом направлении. Ренг. Он просто добавляет либераторов. Блая нужно выход делать, иначе он проиграет в ближайшее время просто. Вот и все. Вот же есть инф... Угу. Нет, его больше уже нет давным-давно здесь в этом направлении инфестора этого. Ультра идет вперед, танки и бесить же ультралисков, как я уже не раз говорил, неплохо заваливают. Здесь еще танков... Ё, ну сколько их всего-то? 14 штук. Нет, это жесть вообще, 14 танков. Со стороны Рьянга это какая-то жесть вообще. Пошел грейд на атаку уже. Там грейтер спайр была, есть караптер хоть сколько-нибудь? Нет, нет вообще. Два заказано. Это что вообще происходит? Закрошено просто. Такой тир здесь сейчас произошел. Вы видели вообще, что произошло? Просто 40 лимитов, кал слита вообще.
без угрызений совести у Блая, как вообще, я не знаю, роучи слиты вообще просто. Нужно ли было их строить тогда? И чего они здесь стояли, вот здесь прямо? Сныкал бы вообще-то максимально далеко. Главное, что они без без подземного мува, без всего там просто находились и все. Ну вот корабторы первые появились, 5 штук, и 5 брудов можно из них сделать, даже вот с заказанными грейдами. Где эти корабторы летают, блин? А, Блай решил, что надо. Вот же дропы идут. Так, собаки забежали на дали, он там дропы пошли. Блай не видит этого ничего. Абсолютно, что там дропы идут. Медиваки залетают, корабторами можно прилететь, убить. Лимита даже 200 нет, бруды не сделаны, ни хрена не сделано у Блая. Лимита 170, ёма, саплай блока нет. И ничего не происходит все равно. Действительно, зачем что-то делать? 2200 на 900 у нас тут. 5 собак прибежали, адреналин блазил, да, сделал все-таки адреналин, молодец. Опять дропы взлетают. Здесь ультрал один есть, этого достаточно вполне. Еще один из корабторов Блай заказывает. Здесь дропы ловят, все нормально. Пошла атака на брудах или не будет. Хату можно спасти. Блай гоняется всеми за двойным дропом. Какие контрола у него? Привет, Лахтанар. Здорово всем. Здесь вот правым Блай, конечно же, отобьется. Даже несмотря на то, что 3-3 грейды у него оппонента сейчас. Танки пытаются сваливать по частям, кстати говоря, отступать пытаются танчики эти. Блай ничего... А, вот он пошел Блай ловить. 5 танчиков здесь уходит. Надо поймать их, конечно. Ультрала сольет реально Блаю. Викингов по 4 строится. Бруды бомбят здесь, либераторы полетели вперед. Надо прикрытие вести сюда. Ну, от либераторов еще можно. Где? Ёпты, блядь, Блай. А, я матом сейчас буду ругаться, как же все происходит. Это жестко. Вся армия идет туда ловить. Все просто в одном контроле. Корабторы, весь этот хлам летает вообще вместе. Бруды вместе, походу, да? Не, бруды не вместе. Или вместе. Нет, не вместе. Где бруды? Бруды вообще вот. А, бруды второй фон. Ну, хоть бруды не вместе только что. Так, гасты атакуют брудов. Либераторы микозом принимаются. Корабторы вообще мочат все вместе с брудами. Ультралы снизу стоят против танчиков. Что происходит-то? Брудами продолжай давить. Брудами Блай удай. 41-189. Ругаю Блая, переживаю, и походу Блай тащит в итоге. Зеленкой можно залить, либо прикрыть брудов наконец-таки от этих викингов ненужных, вообще никчемных. Кстати, пехоту под пехоту бруды подставились, надо отвести. Ультре надо помочь. Бомбит и бомбит Блай, корабторов все меньше и меньше. Микос кидает инфесту терна в Блай, зачем-то. Криво, правда, как-то это делает вообще. Ну что, Блаю надо восстанавливать лимит, надо грейды продолжать делать. Он третий коготь заказывает. 72 дрона, инкам хороший, преимущество по лимиту есть. Инфесторов есть, аж 5 штук здесь, кстати говоря. Просто восстановить корабторов по воздуху, земля есть, по-моему. Ульян перелетел, опять занял эту базу с мейна. Вот почему так долго надо было решение принимать, чтобы корабторов восстановить? Они уже давно могли бы быть построены, и продолжалась бы атака бы-то нормально бы. Минус инфестор Блай заполз наглую, потерял инфестора. Не надо так наглеть, 12 часов Блай терять. И бегает просто F2 кликом всем своим вот этим взад-вперед.
А не поймать уже. Надо сплитить оборону, значит. Здесь инфестора оставил, там, одного ультрала, все, отбил эту всю хренотень. Караптера улетает, 20 лимита, Риангу минус будет. Ну, хотя не, вот этот сейчас забустится, медивак. А, не забустился. Один братан выпрыгнул, это не 10 минус лимита, а 9 только. Ну да, Лай 200 Риангу отстроить, то есть тут грейды прекрасные. 3 брони уже на технику, жесть. Торов добавить будут, они неубиваемы. Ну, Рианг непонятный, микс с танками играет, вообще мне непонятный. Если бы Блайт больше грейдов на воздух делал и брудов, то у него просто все прекрасно бы было бы. Сейчас уже ультрала просто, ну, не так жестко решает королев, сколько у Блая. 3 всего. Королевы вот нужны, чтобы трансфьюзить ультралисков очень ценных юнитов. Пришел Лай, танчики ему объяснили, что ему здесь нечего делать. Собаки опять забегают, прогрызли депошечки. Здесь тоже стенка, кстати. Оп, успел Риант, молодец, закрыть. Так, груды, ультра, караптеры, инфесторы, все ломится вперед. Мехозы проходят очень крутые. Караптеры дерутся с медиваками в то время, как викинги прудов побивают. Ну, Блай, блин, просто... Next Level Gaming, блин. Бывает ничего. Но при этом всем Блай все равно даже разбирает здесь самое удивительное своего оппонента. И заказывает аж 11 ультралисков сейчас Блай. Ну и, кстати, нечем корейцу будет отбиться. Почему? Да потому что против ультралов у него как раз таки слабенький микс очень. Здесь надо ЦЦ-ку поднимать, что Рианка делает. Имеет ли смысл микос кидать? А, там и энергии нет еще пока на микос. Надо уползти отсюда вон просто, пока инфесторы не погибли. Что Блай сделал в итоге. Уполз. Микоз можно кинуть. Но и инфесторов одновременно отдать. Зачем было вот так вот поступать, не знаю. Ультралиски выходят. Сейчас пойдет Блай атаку. 188, 118. Опять ЦЦ сюда прилетает. Надо прийти. Ультралисками вообще ждать нечего. Их 11 штук. 11, блин. Это же вообще просто невероятное количество. Сверху 2, снизу вообще дофига заходит. Караптер что-то не наблюдаю, но ультра все затоптало здесь. И очевидно, что это победа Блайчика. Караптер возвращается. Либератор будет... Ну и что? 1-1. Очень хорошо. Еще раз я больше еще жалею, что выкинуло меня, блин, из предыдущей игры. Потому что завис опс вообще наглухо. А за поддержку всем еще раз спасибо большое, я говорю.
Ну пока Блайт тащит, ну как тащит, 1-1. Виртуоз тоже с импактом достойно сыграл, 1-2 проиграл, причем в последней карте он мог его просто скушать, но затерялся что-то в контроле. Затерялся что-то в контроле. И призму отдал. Но, как Вирду сказал, у него все наглухо зависло. Вообще, он ничего не видел в игре. Его выкинуло нафиг, типа, короче. И он даже не мог контроль. Даже ГГ он не мог написать физически. Ну что же, Блайрианг, Блайпул первый играет в решающей карте. Здесь Газбарак, Рипер, это сошечку факту. У Рианга. Так, пул первый, но с газом не самым ранним, на самом деле. Мне кажется, если играть пул первый, надо газ ставить рун ранний. Да, хоть скорость собакам будет, и рипера принимать можно будет легко. Хорошо, Блайт, тут Рианга встретил, смотрите. И Роуч Ворон пошел. Рипер дома остается в итоге. Ну это агрессия будет там с несколькими роучами. А, Бо-3. Это да, не убралось. Чего сразу-то не сказали? Я что-то оп скинул все вообще настройки там предыдущие, не знаю. Ну, видимо, настолько наглухо он там все зависло. Пять роуч Блай делает. Сейчас овервейт, может, шестого еще будет заказать. Но Блай делает 5, этого достаточно, он считает. Рипер вперед летит. Сейчас королева его отгонит. Где сесть здесь запрыгнуть на мейн? Так, роучи вперед пошли. Да, Рианг их не видел пока, роучи эти. Вот сейчас он только их мог заметить, другого варианта я не вижу. Так, гелик перелетает, банша сейчас будет заказана. Пока Блай идет, пройдет достаточно много времени, но делаются реваджеры новые, все норм там. 5-3 роуча, 2 реваджера в итоге микс у нас здесь получается. Рипер залетает, дронами встретит его, окружит его наглухо. Сейчас банша заказан. Ну, до того, как банша в бой вступит, потеряет Рианг рабочих и немало, на самом деле. Ну, депошечку удалось закрыть Блай Риангу. Но он пробьет ее в секунду буквально. Надо заходить вперед! Что Блай делает? Рабочих переводит Блай. На лабе сбривает инвиз банша. В рабочих врываться надо. Инвиз сбрил. Приехали гелики, ничего не сделали. 6 КСМ от минус. Рабочих у Рианга все меньше и меньше. Надо еще больше дамага стараться успеть нанести. Фаербол проходит. 12 дронов минус. Минус еще рабочие пошли. Фаерболы падают. Стим там Блай пытается напрягать. Кстати говоря, апгрейд на Стим. Роуча все еще 3 штучки, кстати. Еще минус мул снизу. 14 на 30 по рабам, ну и все. Банша без инвиза, банша, то есть слишком много дамага не нанесет. Это факт. 23 рабочих минус. Баншу уводят Рианг. В это время Гелиона Блай... О, Блай 16. Ну, как можно вообще это было сделать? Просрал все равно рабочих, ребят, 16, Блай. Собакам скорость на контрзабегание работать. Еще КСМ-ку уничтожила. Одну еще можно одну забрать. Хорош. Еще одну Блай забирать. 6 рабочих осталось. Хорошее начало, должен я сказать. Ну и начинается залива лингов просто. Ну зачем? Каких 5 роучей? Подмув 10 собак закажи, стенки нет, ни хрена нет. Забегай, не хочу, просто унижай здесь экономику забеганиями собачьих, чтобы Лая пытается сделать.
Банша всего лишь одна, можно Evolution было бы построить, сейчас просто построить Evolution. Грейда нет на оверф, ну да, надо 100-100 тогда, нет, вру, нельзя просто так взять и построить Evolution. Ну, кстати, роучи затанчат, получается, циклонов с собачками. Банша прилетит и будет отбита королевами легко. Заходит роучи, 6 собак и 6 роучи, да? 5 роучи, точнее, 6 лингов. Ну все, циклона Блая минуснул. Надо продолжать агрессию. Хорошая агрессия со стороны Блая. Циклон минус. ГГ, Рианг пишет. Блай в финале. Молодцом. 25 баксов получает. Ну что же, покритиковали Блая. И он вышел разваливать кабинет. Блая против импакта за ВЗ будет. Ну что, продолжаем смотреть. Так, Блайчик инвайтит, респект он ему. Так, Блай отменил что-то, значит, пул будет заказывать. Я пока переименовываю стрим, то что это финал, ребята. Это Бу-5 у нас будет, соответственно.
Уже это понятно все. Что Б5. Финал все-таки. По-моему, но СБ5 финал всегда. Был раньше, по крайней мере. Я вас всех приветствую еще раз. Помните про то, что поддерживать надо, отключать отлук, подписывать на премиум. Введена новый вид поддержки, где вы можете с микрофона сообщение записать. Вот. Ну и после данного турнира буду закругляться, соответственно. Не буду с перебором стримить. Говорил уже, что горло адски болело у меня вчера-позавчера. Но вроде сейчас лучше стало, как бы, и можно... Можно жить, что называется. Давай посмотреть, что творится. Одинаковые билды у Блая с импактом. Собаки оттуда, собаки отсюда бегут. Интересно как-то. Так, ну Блай был расторопнее намного, смотрите. Он собаку принял, остальных надамажил. И значит, можно побеждать. Импакта пробовать здесь и сейчас. Но растянут прирост. Вот. О, не, Блай все растянул. Нет, тут никого не победит. Блай в итоге сам как отдается просто нелепо. После того, как собаку принял импакту. Всего-то нужно было взять, соединить всех собак вместе и нормально бой дать. Все, нет, это невозможно сделать, конечно же, нормально. Ну, вот была все-таки на развороте. Тут бой принимать собирается. Дамажит импакта. Линги регенится. Но здесь-то красный был. Вот сразу минус. Ну, вот нету контроля, нет чувства вот этого. Нормально как раз контроля. Здесь была более дамажена. Сейчас импакт его вкал сгрызет. Просто вкал. Хотя, не, смотрите, не вкал. Ну, собаки против собак на клике, на местности, это всегда, ребят, поверьте, вообще. Это всегда настолько жесть. Иногда, когда видишь, что собачку грызут одну, все ее опреска назад, ты опять в бой, это в плюс получается. А иногда смотришь, когда зерги пытаются лингов контролить в линге против лингов, и тот, кто оклик на местность топил, в кал сгрызает того, кто там пытался что-то водить, потому что они драгоценные секунды теряли и дэмэдж вообще. Так, работает новая поддержка, уже Арам там записывал и присылал. Все там работает норм. Все уже вообще прекрасно. Так, Блай в плюсе по рабочим, хочу вам сказать. Против импакта аж на 4 дрона. Криптуморы пошли вперед. Что именно играть собираются, что один, что другой, я пока без понятия. Но чуточку раньше импакт газ начинает добывать. И побольше он дронов что-то, чем Блай строит сейчас. А где у Блая дроны в продакшене вообще? У Блая их сдает, кстати. Баю да. Активировал премиум. Спасибо, Балу. Спасибо, что премиумов вообще мало становится в последнее время. Как-то количество снизилось. Раньше в районе 70 держалось, сейчас 57 в данный момент. А, да, там же бета-профиль надо ставить, ребят, чтобы работало. Evolution Roachora, но оба третью ставят, ребят, и Блай, и Импакт. Ну, у Импакта отсутствие лейера абсолютное, а у Блая-то и лейер заказан, и плюс один заказано. Но Блай не делает вообще скорость собакам, ему она нафиг не нужна, он считает. И что вот это происходит? Куда это все такая пачка поехала гигантская вообще? Просто 13 дронов сразу у Блая. На третий становится, зато на второй осталось почему-то
Зато импакт собаками прибегает, и у Блая просто третья не добывается. В итоге надо быстрее выходить с роучами плюс королевами. Ничего себе, Блай такую хрень делает, а сейчас взял и хату отдал. Шпиль от Блая пошел сразу после роучей. А что толку от шпиля без третьей? Не, ну толк есть, конечно, но немного его. Камни нужно пробить, иначе собаки будут мимо этого эволюшена пробегать спокойно. Хатку третью Блай заказывает. Ну и чего, я чуть не понял. Надо роучи-то так поставить, чтобы они не давали третью сгрызть. Лейеру импакт почти готов. 58-47. Называется как игра, когда ты... Просто все делаешь прекрасно, и у тебя все нормально. Но потом ты резко решил ее проиграть. Черт побери, если ваш... Так, королев надо роучем на помощь выводить. Грызет импакт роучи. Реводжеру Блай делает из демедженных роучи. Собаки в позиции убогенькой дерутся. Блай побеждает здесь. Молодец, очень грамотно реводжеров запилил. Но на муту особо нет вообще. Так, 4 мутала Блай делает. Делает плюс 2, кстати говоря, Блай на оранжевых юнитов своих. По-рабочему установился практически. Но зато стабильно пропускает какие-то забегания лингов нелепые вообще. Надо дронами дать бой. Да, 52-58. Сколько муталей-то? 4 есть. Плюс 2 еще строится, будет 6. Гидра Дэн Блай там делает. Еще 10 дронов Блай делает. Конечно, оверов надо забрать всех просто и все. Которых можно. Блай 3 забрал. Порок не было, сейчас порки будут. О, здесь оверов, смотрите, какая пачка летает. Блай бы побыстрее бы врывался. Вот он овер летит, смотрите, подарочный. Так, 8 муталисков суммарно Блай отстроил в итоге. Здесь нужно предельно аккуратным быть, не лезть на импакт, а то можно огребсти. Ну еще Блай висит. Вот. Сейчас реводжеры халявные можно забрать, да, вот. Нет, не халявно, настолько не забрать, говорит импакт. Затрансьюзил. Одна королева отбилась от группы, но ее Блай не будет забирать, потому что вдруг там другие рядом, и можно отдать будет мутку. Ну вообще мута уже окупилась, среди Блай сколько налетал, но убивал вообще. На мейне на 2 трансьюза развел импакта, но овера не убил в итоге. Так, гидры пачка хорошая, но не грейт на рейндж и скорость гидре Блай не делает почему-то, непонятно почему у меня, если честно. Зато Люркер Дэн готов. Трилюркера Блай заказывает. Апгрейд-то все равно must-have, что называется. Гидра без него слабенькая. Четвертая хата добывается. Вторая атака у Блай из грейды, то есть лучше. Ну, он остановился в грейдах далее. Почему-то Блайчик. Ну и будет ли драться с Люрой? Вот вопрос открытый пока. Так, мимо гидры, мимо все, оверсия летит.
Все, пошел рейндж дальностью гидралиском угла, и все норм. Но нужно выходить, люру применять, типа, смысл люрой бегать вообще вот так вот, 200 ведь лимита. Короче, Бла идет таким образом, что у него часть армии в одном направлении двигается, часть вообще в другом. Минус люрка сразу же. Какое, блин, вообще убожество вот это. Ну как можно взять вот одним здесь, другими здесь, короче. Ну если бы пришел здесь, соединился Блайт, то разницы не было бы на самом деле. Просто пришел бы, соединился, все. Но учитывая, как Блайт шел, он просто отдался на импакте здесь и все. Подземным фроучем. Здесь выход. Лерой не прикрыта, там четвертая база. Роучи надо на мейнах провести вот сюда сейчас. Копать. Люру Блай не копает, четвертую теряет, просто на муве хату. Закопал гидралис, вообще не понимаю, что Блай делает. Все вкопал, часть выкопал. Где контрол это, блин? Затерялся в контроле в своем же, получается. Ну, бывает такое. По лимиту просел, просто нереально как-то Блай. А импакт сам 9 люрки. Ну, была люра, просто несколько минут бегал до готовности импактовской люры Блай. И ничего не сделал вообще. Так, атака, ну люру пошла. Блай много люрки, здесь очень много. Надо отступить назад. Импакт в наглую в лоб решил продавить Блая. Ну, кстати, в лоб наглую тут не продавить Блая будет. Тут уж извиняйте. Ну, в итоге Блай без четвертый, в отличие от импакта. У него четвертая база есть. Здесь заползали те прям замечательно. От Блая прошло. Вместо того, чтобы убить королев, Блая не понять, что делает. Вот, королев наконец-то слил. Роучами хату на второй пытается минуснуть. Часть на хайп повел роучи. Хата не упадет на второй. А Блая еще пачкой роучи гидры вперед ломится. Здесь оставил только люркеров. Только люркеров. Но он Блайт, пусть здесь дерется, главное отступить вовремя. С импактом много стационарной обороны, прям как-то. Так, считаю, что Блай плюс такое забегание сделал. И можно уйти сейчас через ХГ, просто было бы попытаться. Хату можно райт-кликом, да, вынести, попытаться. Блай, собственно, и пытается сделать. Если про лучи не закапывал, может быть, и вынес бы даже хату эту. Так, разводит Блай импакта вообще как может сейчас. По лимиту просто боевой весь просрал. Хатка сейчас отменил, здесь новое он есть, сюда импакт все переведет в итоге, похоже. Гидру надо спасти, и она и не уйдет, иначе вообще никуда. Пока тут импакт роуч всех поймал, прошло времени много. У импакта хайф и вайпера, у Блая хайф и тоже вайпера. Кстати, они уже есть. И почему Блай их не применяет, я понятия не имею. Плетки перекапывает импакт на дальнюю, на четвертую. Просто пачку роучей Блай сейчас сольет. Очень крупную такую пачку, я бы сказал. Ну, вообще не следит, куда ползет. Просто не следит. Здесь можно на мове было уйти, все вкопал, отдал. Ну, вот это просто такие ошибки, они недопустимы сейчас в StarCraft. Ну, вот
Ты сюда ползешь, ну аккуратненько, одним роучем посмотри, или тех успей отвести. А не успеваешь, так это все то так. А раз, с люрой идет. Не, дружок. Умудрился бы еще люркина не убить. Так, 157, 188, саплай блоки. Бла еще раз заполз, опять же, хату минуснул. Сейчас вайперов спалят оппонент своему. Не, хайп это перебор. Любая бордел. Ну это-то куда уже, нет? Какая хайп. Вот сейчас Блай добегается на 150, его просто поймает импакт и примет. Да, смотрите, попробуй, куда Блай... А, здесь пробивают камни, все норм, успел уйти Блай. Надо переходить самому вот сюда сейчас, потому что здесь люры недостаточно явно для обороны. Гидра тупит, гидрорбал. О, 4 гидра леска Блай минус себе делает. Рабочий, главное, на 20 больше убивает. То есть бейся просто нормально, и все. Заказы, смотрите, ресурсов есть много. Гидралисков не сливай на муви, ничего на муви. Видит, где импакт, стоит вперед, не идет. Здесь 3 люркера есть. Кстати говоря, оборона здесь была так распалена, но она есть. И слюроид, флеш, ассамбли вайперы притягиваются. Но импакта что-то слишком тут много, он заходит и прямо вообще пальтушит все. Люркеры падают, все падают. Но это преимущество пулемету Блай. Вместо того, чтобы 200 отстроить, как бы бегал. Да, у него разводы получались, но он так и не смог развести, чтобы потом выйти в 200 и нормально отбиться. А по грейдам все ровно, все везде ровно было. И в начале люркерами Блай. Непонятно вообще, как бы. Были они давным-давно заморфлены. Пойди и вынуди оппонента драться. Как раз пока пошел гидребы, скорость раньше доделался. Но Блай же бегал и дождался, пока импакт придет, и просто на немобильную люру начнет разводить, и он развел. Убил просто там хату ему. Блай, я имею в виду. Все. Да и третью лингами импакт отменил. В целом ошибок много всяких таких. Немного нелепых. Так, количество людей установилось к тому количеству, которое было до этого. Так, что за хрень?
Так. Да я видео хотел закрыть. Просто, точнее, у меня что-то вкладок каких-то я вчера наоткрывал, походу. Вот, вечером не посмотрел. И таких, которых я не буду явно смотреть, шляпу всякую вообще. От кореша, наверное, своего. Они мне мешают. Закрыть, тыкнул на плей, походу, я. Так, ребят, Блай против Импакта, вторая игра. Опять, напомню, финал. Блай мог выиграть первую игру, но проиграл, к сожалению, ее. Сможет ли он за камбэчить здесь, я не знаю. У Импакта делается скорость, у Импакта много собак. А Блай играет без газа опенинг. Вообще, вот опенинг Блая контрит импактовский. Каким образом, спросите вы, ведь здесь же столько технологий, там скорость. Да самым элементарным, здесь есть хата, нужна вторая королева, нужен рабочий, строим здесь плетку просто. И с королевами плетка плюс собаки отбиваемся. Даже две плетки Блай на ХГ ставят. Причем даже на ХГ можно отбиться, хату отдать и то в нормальной ситуации быть. Ну лучше, конечно, чтобы вообще в нормальной ситуации быть, хату не отдавать, нижнюю. Иначе плохо будет. Все, бэйны пошли. Блай. Вот так вот, вот все, что нельзя делать, это то, что сейчас делал Блай, ребят. Одна плетка все-таки доделается. Ну, импакт сгрызает и Хобби, и одну, и вторую. То есть просто Блай протирает игру сейчас, может просрать тайминг, блин. Реально там в секунду просто подожди, спустись чуть позже, там дай плеткам достроиться, и все норм будет. Ну, Блай вот поломился и все слил. Так, собачками Блай выгрызает бэйнов, и это правильное решение. Молодец, грыз. Это даст возможность плетки достроиться. А ведь если Блай отобьется, то он просто-напросто здесь уже окажется в дамках и победит. Кажется, в плюсе в абсолютном. Собачек еще Блай строит. Две плетки строит. 15 дронов на 12. То есть даже ошибившись так, как Блай ошибся до этого, все равно все норм здесь в этой игре. Так, Беллингов там взрывает. Рабочих не надо допускать. Большинство рабочих на второй здесь добывают, на дальний. Плетка криво стоит. Вот здесь бы стояла бы. Знаете, плетка хату не прикрывает. О, пожалуйста. Next Level Gaming опять какой-то попер. Собаку Блая нет. Плетка бомбит. Беллингов фокуса нет. Трансюзов не хватает. Королева рампу не прикрывает. Вот сейчас отошел к рампе Блай. Вот это хороший мув был вот этой королевочкой, что отошел. И в итоге все, теряет все здесь оппонент Блая. Плетка жива, королева жива. ГГ, импакт пишет 1-1, Блай, молодец. Вот пример, как этим билдом контрить. Этот билд, который я уже сказал.
Так, ну что же, ребят. Третья карта Блай против Импакта. Увидел новость, что в Питере будет эпицентр турнир. Хотел посмотреть, по какой дисциплине. Так понял, что по КСу. Вот, 28-29 октября. Ну, на этой карте, смотрите, три хаты. В три хаты пул выходят оба. То есть халявцы полные абсолютно. У нас пацаны оказались. Сетки можно закрыть. Так, пильную рекламку, помните про отлог и про поддержку, подписывайтесь на премиум, поддержите меня, мой канал, всем за это громадное спасибо. У нас близко на горизонте, там уже скоро. Уже будет. До близконов тоже будем стримить, выходные вообще будут плотнейшими, вот эти 28-29, просто дичь. И Русбрейн Кап, и Близкон. Привет, Иван Григорьев. Привет всем на Твиче, везде, пацаны. Вот. Блай против Импакта бьется. Импакт делает мув на этой карте. У него билд в один газ и мув, как бы, через три хаты. А у Блая через два газа билд, соответственно. То есть, задача Блая просто сейчас направить на газ, добывать. Здесь будет создана стенка, чтобы роуч никакие не убили. Овера Блай принимает, кстати, оппонент своему неплохо очень. Ну и пулемия это в хорошем плюсе. Но у Импакта, обратите внимание, делается скорость Беллингнест. То есть вполне возможно, сейчас Импакт будет агрессивно действовать. Ну, Блай стенку сделать и все норм будет вообще. Нужна стенка, нужны роуч ворона и эволюшн отсюда сюда вот. Здесь здание, здесь какие-то ему навстречу просто. Не-не, Арам, ты был прав. Это видео вот какого-то там этот. Какого-то сотника там, я не знаю, кто это такой вообще. Какой-то навальнист, аутист, по ходу дела. Минус два, ребята, у нас тем временем. Это 2-0. Как это произошло? Да я хер знаю, как это произошло. Блай пытается собак сделать, но тут-то бейны. А бейны значит гейны. Да ведь и стенка была. Как пустил сюда? Просто королеву поставь, все. Все, роучи бы пошли бы, и все бы отбилось. Но нет. К сожалению, была и лейер был, и все было, и рабочих больше. Но просто не смог сдержать собачек масс. А Импакт у нас Зет любит дожимать. Он и такой у нас пацан. Так, роучи выше, а что толку? Ну, рампу, стенку, да, создадут они там, допустим, примут. Но на мейне столько собак, что даже вышедшие роучи не могут их отбить. Все взрывается. Чувачка, это дичь происходит. ГГ, точнее, Блай пишет. Третью надо тащить. Пытаться.
Импакт выиграл первый, как что там за кубовую? Черная. Не-не-не, не надо, не надо. А, 2-1, ребят, да. Простите, я был неправ. 2-1. Глай же взял карту одну. Ну, немножечко. Блай, я занизил здесь. Так, ну что же. А в этот раз Блай решил то же самое сыграть, что Импакт играл, и чем Блай, от чего Блай смог отбиться. Ну, у Импакта не пул безгазовый. У Импакта хатка первая, 17 хаток Гаспу. Поэтому отбиваться будет ему очень тяжело сейчас. И овер он грамотно вперед вывел, так что собак спалит, скорее всего, блаевских. Спалит? Не, не спалил, смотрите-ка. Но других спалит. Да, видит импак лингов. Плетку заказывает. Все, Блай уже сам овера, походу, заметил. До скорости еще там где-то 15 секунд было. Здесь плетка, дроны, линги, и все, здесь тяжело будет очень. Скорость, конечно, готова. Надо к плетке заходить. Ай, хороший взрыв от Блая какой пошел. Получится плетку сбрызть? Нет, не получится, Блай, что делаешь? Еще беллинги пошли. Ну, взрыв хороший, царь взрыв был от Блая. Сейчас все дроны вкал, линги все вкал вообще. Минус, собаки дотекают. Надо плетку взорвать сейчас, Блаю, хотя здесь 50 энергии будет сейчас, какая опасность, да, эти 50 энергии чертовы. Трансфьюз на плетку, беллинги сверху, после царского взрыва царский слив от Блая происходит далее, как вы видите, ребята. Беллинга Блая хоть и убил вроде как, но что-то толку от этого мало.
Ну, смысл по две собаки заводить. Скопи ты 6, пусть они наверх придут вообще. Все, королеву рампу заблокировали. Похоже, что несмотря на успешное начало, это 3-1 в пользу импакта, ребят. Потому что Блаю здесь перспектив, ну, нет никаких практически. Собак дотекания у Блая не больше, чем у импакта. Блай контрбэллинг Нес без скорости заказал. Еще Блай умудряется по 4 линга на муве сливать просто. Ну вот, вся армия Блая. Две собаки здесь, здесь еще две. 4. Ну, сами понимаете, что шансов здесь уже никаких нет. 3 уже королевы, плетка, да ну. А ведь так все хорошо начиналось, а? Ну, надо посмотреть, проанализировать, что там было. Чарли что-то там мается на подоконнике. Блай до конца гейминг демонстрирует. Ну правильно, что сдаваться-то еще раньше времени пока. Evolution, но слишком поздно, боюсь я уже. Даже если, я не знаю, тут Блай... Не, но если много рабочих... Да хотя не... Ну, взорвет даже Блай, если всех, допустим, рабочих нам, а не у самого-то хаты нет. Ну, хотя, если всех взорвет, то он хату сможет поставить, но он всех не сможет взорвать. А, здесь импакт и законтрил, тем более, все. Нервные тут за контроль от Блая, собаки все минус. И Блай покидает матч. Давайте повтор быстренько посмотрим. Ну, Блай молодец, в финал попал, выбил Рианга. Вердосу импакта не получилось выбить. Уже получит как минимум 25 баксов гарантированных, плюс, возможно, с доната что-то там проходит. Вот, царский взрыв. Просто великолепный взрыв. Но плетка очень-очень вовремя поперла. Вот вопрос возникает, как здесь надо было действовать правильно. А, ну тут бейны были. Вот что плохо, бейны. По-моему, надо было плетку взрывать. Потому что она просто зарешала в итоге. Она жила всю игру, ребят. Надо было бейнами, видимо, плетку взорвать, забить на этих двух бейнов и потом собаками на крипе их разводить пытаться. Сейчас вернусь без задержки, ребят, подождите.